Администрация городского округа встретилась с жителями Хима, говорили о вопросах, которые волнуют химчан. Доступность транспорта, ремонт дорог, обеспечение льготными лекарствами, открытие новых офисов МФЦ, работа коммунальных служб и развитие системы образования в городском округе. Особенно жителей интересовал вопрос бесплатного проезда на железнодорожном транспорте. Какие категории граждан могут им воспользоваться и как получить льготы? В соответствии с принятым решением губернатора Московской области и Москвы, все преференции, которые на это постановление определяют, все ее получат. Вам помогут в этом управление, значит, социальных коммуникаций. Вот они здесь, запишитесь, придете, и они готовы вам дать разъяснение по всем вопросам действия этого решения. Большинство вопросов поступило от жителей Сходницы. Представители городской власти проведут дополнительную встречу.